Навстречу к мечте у семейских юных футболистов появилась возможность отправиться в Париж, чтобы встретиться со звездами футбола. В Семее прошел областной отборочный турнир на 6-й чемпионат Казахстана среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. В соревнованиях приняли участие две команды. Победители будут отстаивать честь на республиканских соревнованиях. В традиционных соревнованиях по футболу приняли участие две команды – из детского дома номер 8 и команда «Новошульба». Организатором данного мероприятия выступает благотворительный фонд «Бауржан» при поддержке партии «Нуротан». Стоит отметить, что главной целью мероприятия является не только популяризация футбола среди детей и подростков, но и раскрытие их роли в обществе. Наша цель – еще раз показать обществу то, что у воспитанников детского дома есть мечты и цели, которых они достигают. Они очень активно участвуют в общественной жизни города. Они хорошие спортсмены. В этих целях мы и проводим данные мероприятия. Победители данных областных соревнований отправятся в Алматы на республиканский турнир. Там же и определятся чемпионы, которые выступят от имени Казахстана на международных соревнованиях. Они пройдут в Париже в клубе «Пари Сен-Жермен» в июне этого года. Юные спортсмены отмечают, что такие соревнования – это путь к их мечте – стать звездами футбола. В нашем детском доме мы тренируемся в поле уже много. Вот я люблю этот футбол. Он помогает здоровью. И вот я хочу вырасти и стать звездой, футболистом. По итогам данного турнира со счетом 5-0 победу одержала команда 8-го детского дома. А лучшим игроком стал полузащитник команды «Новошульба» Александр Рябов. Команда были вручены кубки и грамоты. Всем участникам призы от спонсоров. Бахытгуль Казес, Ернур Калелов, телеканал «Семей».